У п'ятницю, 15 жовтня, в холі кіноконцертного комплексу відкрилась виставка робіт словутського художника Юрія Расіна «На шляху до столиці семантичного сюрреалізму». Художник приїхав до нашого міста нещодавно і з перших кроків став привчати словучан до сюрреалізму, абстракціонізму і семантичному сюрреалізму. Художник не говорить. Художник пишет или рисует. Это называется невербальный жанр визуального искусства. Тот жанр, который не требует слов. Но в чем проблема? Проблема в том, что психологи утверждают, каждый уважающий себя человек может понять, кто он, только глядя на какую-то картину. Вот когда он посмотрит на картину и попытается понять, а какой смысл туда заложен, вот тогда он поймет, кто он, и поймет свое место в этом обществе. А ще ми звернули увагу на новий цикл робіт Юрія Расіна, присвячений творчості Гоголя. Коли була зустріч з представителем Гогольфеста, я йому сказав, що ну, у вас дуже скромна така вот афіша, реклама. Ми можемо допомогти, город Славутич може вам допомогти. Він сказав, да, ну попробуйте. Я попробував. Ну, он еще этого не видел, потому что я больше его в случае не видел. Ну, я не знаю, я тоже его не видел. Какие еще интересные направления вот появились в последнее время у Юрия Расина? Не скучает ли он по, ну, как бы, по крымским пейзажам? А крымские пейзажи сейчас экспонируются в Чернигове. Вот, они будут там до 31 числа. Нина Григорьевна Борешевская сказала, потом мы их перевезем. И этой выставкой откроем новый выставочный зал. Потому что это помещение, конечно, для выставок неудачное, да. И вот это сегодня мы присутствуем при уникальном событии. Это последняя выставка здесь. Но мне кажется, как-то скромно прошло арт-резиденция без участия человека, который, в общем-то, привлек сюрреализм Славутич. Как вы к этому относитесь? Я слышу не первый такой вопрос ко мне. Я всем отвечаю очень честно. Я рад. Я рад, что то, что я придумал, живет уже вне меня, без меня. То есть я бы не хотел быть свадебным генералом. Оно уже живет, оно уже движется. Но все равно обидно, вы же автор, вы понимаете? Вот. Нет, мне не обидно. А в Херсоне прошла выставка под названием «Семантический сюрреализм». Вот это, я при жизни получаю ответ от общества. А это самое главное. То есть я понимаю, что то, что я придумал, оно людям нужно. Это главное. Проект 5С, который расшифровывается как «Славутич. Світова столиця семантичного сюрреалізму». Он абсолютно реальный, хотя очень амбициозный. Я пытаюсь в Славутичи продвигать то, чего нет нигде. И вот в этом наша сила. Кто-то считает, что в Славутичи нужно развивать промышленность, кто-то считает, что здесь нужно делать академгородок и так далее. А я считаю, что нужно двигать культуру. Потому что в обществе людей интеллигентных или интеллектуальных, есть разные классификации, должно быть от 3 до 7%. Тогда у этого общества есть шанс выжить и развиваться. А любой социум, как и город Славутич, он либо развивается и растет, либо умирает. Одно из двух. Я не хочу ни умирания, ни стагнации. Я хочу, чтобы город Славутич стал мировой столицей семантического сюрреализма. Я пожелаю каждому из вас побывать на выставке, на этой замечательной выставке. И я уже не говорю о том, что мы еще раз встретимся как минимум 25 числа, когда будет открытие выставочного центра в Славутиче, и чтобы у каждого из вас обязательно дома была такая чашка, которую нам сегодня подарили. И чтобы каждый из вас сказал, что да, я живу в столице семантического сюрреализма в Славутиче. Спасибо за інтерв'ю. Чому ні? Виставку до кінця жовтня ще можна побачити в холі кіноконцертного, а вже з 25 жовтня сподіваємось побачити його роботу в новому виставочному залі на другому поверсі будинка культури «Енергія». Виставку організовано за підтримки малої культурної столиці, Славутичської міської ради та Українського культурного фонду.